часть осталась. Прикинь. Вот большой монстр. Мы его проехали. Едем дальше. Машину вообще разносит, не знаю. Но пока этот пушка не отлетела, слушай. И ускоритель на месте. Так, ладно, едем, едем, едем. Сейчас посмотрим, доедем или нет. Я вообще ускоритель не буду использовать. Так, а ну-ка. Либо знаешь, что сделать? Я в конце, может быть, даже лучше ускоритель и проверю. Проверю. Скучно ускоритель, доедем. Вот, все, бензин закончился. Включаем ускоритель. О. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». И у нас есть, имеется вот такой вот автомобиль, Firetruck. Мы на нем пытаемся пройти нашу трассу. Сейчас мы приобрели все-таки увеличенный бензобак, поэтому, возможно, мы и проедем. Но мы проедем обязательно эту катку, 100% мы выиграем. Нужно зарабатывать деньги, чтобы прокачивать машинку. Но мы обязательно ее прокачаем. Машинка, в принципе, и так прокачана, но осталось там немножко двигатель прокачать. И прокачать надо будет нам полностью топливный бак. Да, когда мы его полностью прокачаем, тогда машинка, конечно же, у нас и выиграет, и проедет это испытание. Во! Так, все, ускоритель закончился, ладненько. Едем уже без ускорителя. О, падаем вниз. И здесь, смотри, какое падение огромное, представляешь? Так, мы здесь проехали. А, мы здесь падение не... Можно же дальше было бы, конечно же, катиться вниз. Но мы не стали, мы едем дальше. Вот здесь сейчас будет скоро большой такой монстр. Он прям такой огромный будет. Но он что-то быстро так умирает. Ух ты, ух ты, ух ты. Давай, 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 давай. Не хватает, что ли? Почему? Не могу проехать, заехать. Ну, ускорителя у меня нету, поэтому, к сожалению. Я ничего. А вот он огромный, смотри. Башка отлетела от него. Так, а здесь что у нас вниз? И едем дальше. Вот сколько монстров, сколько зомбаков. Кончился бензин, да? Ну, вы серьезно? Смотрим, что мы можем прокачать. Ага. Давайте прокачаем бензобак. Вот, отлично. Едем дальше. Посмотрим, посмотрим, что у нас с бензобаком будет. Ух ты, нифига мы заехали так. Смотри, даже без ускорителя наверх. Это первый раз такое. Даже без ускорителя мы заехали наверх. Опа, опа, опа. Если да, там чуть-чуть добавить. Без ускорителя. О. О, отлично. Давай еще, еще. Сколько у нас ускорителя? Еще много? Вот, мой друг скромный говорит, что ускоритель нужно только в конце использовать. Но, в принципе, сейчас смысла нету в конце использовать. Потому что мы все равно до конца не дойдем. Оп, оп, давай, 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 машина. Во! Сколько? А ехать-то еще много, очень много ехать. А мы уже... Все, обшивку нашу растеряли. Ой, все, закончился ускоритель, к сожалению. Ладно, без ускорителя поедем. Ох, нифига, все, вся защита наша отлетает. Давай, машинка, аккуратно. Колеса у нас вообще огромные, это хорошо. Вон зомбарь сидел большой, а здесь маленькие какие-то сидят. Зомбаки. О, вот здесь тяжело что-то. Да-да-да, вот здесь как-то тяжеловато нам проехать. Надо будет решать эту проблему, как-то в другом месте ехать. Так, крутой спуск вниз. И здесь заканчивается у нас бензин обычно. Но мы прокачали бензинчик наш. Поэтому чуть-чуть дальше мы приедем, ну совсем чуть-чуть. И смотри, уже горит наш, у нас двигатель горит, это очень плохо. А где мы там едем? А, ну еще, в принципе, ехать немного. Да, закончился бензин. Все. 84 тысячи нам дали. Это ничего мы на них не купим абсолютно. Едем дальше.
Опа, наверх. Наверх. А, наверх не получилось, ладно. Едем вперед. Вот у нас автомобильчик. Фаертрак. Аккуратненько. Кстати, я, наверное, скоро начну играть игру Хроники. Хроники героев. Типа Хроники героев, так буду сейчас ее скоро начинать играть в игрушку. Ну, если ты смотришь этот ролик, то, скорее всего, эта серия Хроники героев уже вышла. Да, процентов на 90. Ну, если хочешь, посмотри на моем канале. О, давай, тачка. Все начинает разламываться потихонечку, наш автомобильчик. Вот так. А ехать еще надо очень много. Вот, еще много. Еще много ехать. Да, здесь, наверное, можно даже вниз даже поехать. Потому что вот здесь такая шляпа будет. О, наверх, наверх поднялись первый раз. Где-то будет шляпа, сейчас я посмотрю. Вот здесь, да-да-да. Я думаю, что надо было наверх нам поехать. Вот, вот видишь. И все, да? А ну-ка. А, нет. Все-таки перевернулись, но я думал, все, уже там застряли, но нет. Едем дальше. Вот это прям мощный такой зомбарик. Сколько? Ну, бензинчика у нас уже мало, конечно, но... А доехать-то нам надо еще до фигище. До фигище ехать. Не знаю, даже не знаю, как туда ехать. Ну, ладненько, будем покупать потихонечку. Вот, все, бензобак покупаем, да. А, осталось-то совсем чуть-чуть. Так что... Надеюсь, мы это все купим дело. Бензобак у нас куплен. Хорошо. О, отлично. Еще один раз купим бензобак и все. Бензобак будет полностью покачан. Останется немножко покачать двигатель и все. Наша тачка будет полностью прокачана. Такой вот у нас фаертрак мощный. Мы его прокачиваем уже, наверное, серии 5. Может, 4 серии. Ну, вот так, как-то так. Такой вот у нас автомобильчик прикольненький. Ой, врезались, видишь. Сделали бы там пролет. Я вот полетел бы. Вот здесь вот, видишь. Опа, вот, здесь хорошо прям. Так, закончился ускоритель, ё-моё. К сожалению, ладно. Так, нам здесь надо было вниз поехать, но ничего страшного. Здесь тоже нормально проедем сейчас. Вот такие вот монстры. Мы их давим изо всех сил. Опа, давай. Здесь не можем проехать. Опа. Все, проехали. Хорошо. О, монстр, видишь, большой. Ну, не страшный. Легко очень убивается. Очень легко убивается вообще. Вот, смотри, немножко дальше мы проезжаем. Где? А, ну сейчас вот. Бензин уже кончается, правда. Немножечко не хватит там. До финиша совсем чуть-чуть. А хотя, подожди. Нет, все. Бензин закончился, да? Сколько нам дали? 87 тысяч. О май гад, давай купим двигатель. Вот, хорошо. Погнали, ребята. Возможно, сейчас мы и прокатимся. Опа, нормально. Давай, вот, ускоряемся. Так, здесь тоже. О, давай. Ой, брак. Прям вообще скорость тут мощная такая. Как мы летим, да? Так, здесь вниз, вверх. О, все, ускоритель закончился, ё-моё. Вот это я попользовался ускорителем. У нас еще патроны не кончились, а ускорителя уже нету. Ладно, без ускорителя тоже поедем, нормально все.
Такой вот у нас монстр мобиль. Что у нас там по бензину? О, бензин разбегающий, смотри. Это мы проехали половину пути. Вот, и бензина еще половина. Поэтому у вас есть небольшая вероятность того, что нам, в принципе, хватит. Хватит доехать. Но не факт, не факт, конечно. Но будем стараться доехать. Опа, здесь мы приедем. Здесь такие моменты, что где-то машинка колесо застряло, где-то это 5-10. И скорость теряет. Так, большой монстр, иди нафиг отсюда. Не мешай нам. Что у нас по бензину? О, бензинчик у нас кончается, да? Потихоньку. А бензин, кажется, мы прокачали полностью, я не помню. Да, кажется, бензинчик у нас полностью прокачан. Ладно. А, нет, у нас бензин не полностью. Слушай, у нас не полностью прокачан бензин. Сейчас попробуем. Что у нас там осталось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, машинка еще пока едет. Вот, смотри, чуть-чуть осталось. Да, не знаю, доедем или нет. Все, бензин закончился. О, может быть, я докатился бы, смотри. Оп. И сейчас бы ускорителем бы, да, ну ускорителя нет. Хорошо. Сейчас знаешь, как поступим? Сейчас мы поедем, я ускоритель не буду тратить. И под конец, как тут советует мне мой друг, скромный, я использую ускоритель в конце. И попробуем, посмотрим, получится или нет доехать. Так, давай. Ускоритель я вообще не буду использовать. Ну, либо буду, только не сильно много. Вот. Чуть-чуть. Здесь вот немножечко. Вот таких моментов, где надо что-то перепрыгнуть, что-то высокое. Вот. Здесь можно было не нажимать, но ладно. Нам ускоритель, я оставлю прям больше половины ускорителя. Чтобы попробовать ускориться в конце. О. Что у нас? Блин, там нету этого, куда проехать. Так, давай, машинка. Так, вниз едем. Так, здесь я не успел, конечно, ладно. Все, ускорителем больше не пользуюсь. Все, все, заканчиваю. Баловаться ускорителем. Ускоритель мне понадобится в конце. В конце, когда я... Вот здесь я как-то тоже использую немножко. В конце, когда уже буду подъезжать. Так. Где у нас сколько еще? А, ну еще, в принципе, много ехать. А чё у меня так бензин закончился? Подожди, алло. Чего бензин заканчивается? Он не должен так заканчиваться быстро. Давай, тачка раскручивается. Приходится все-таки ускоритель кое-где включать, потому что тачка вообще тормозит. А время-то идет. То есть не время, а бензин. Бензин-то заканчивается, а мы-то нам-то еще ехать и ехать. Все, ребята, бензин закончился. Вот, хоть нажимай, хоть не нажимай, ускоритель. Все, алло. Все, ускорителя нету. Понятное дело, что тут осталось немножко доехать. Ладно. Надо купить еще бензика. Вот без бензика ты никуда. Вот сейчас я вообще ускоритель не буду использовать. Вот смотри, сейчас мы посмотрим. Ускоритель совсем не используем. Сейчас посмотрим, доедем мы с бензиком туда или нет. Вообще без ускорителя. Просто едем на бензине. Сейчас будем проверять теорию. Просто на бензине. Так. Ускоритель вообще не буду использовать. Но если мы не доедем, я еще куплю движок. Движок попробую на двигателе новом доехать. Без ускорителя. Вот такая у нас тачка. Мощная.
Так, обшивка, обшивка, обшивка теряется, все. Кончились патроны, а кусок обшивки отлетел, едем дальше. Что у нас? У нас получается проехали меньше, чем полпути. Вот, а бензин уже все, меньше половины бензина. Все, и где-то полпути проехали. Хорошо. Давай, вниз, вниз, вверх. Давай, 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 давай. Все, бензин заканчивается. Вот, ну и в принципе мы уже. Вот. Осталась где-то третья часть. Да, третья часть осталась. Пути. Вот большой монстр. Мы его проехали. Едем дальше. Машину вообще разносит, не знаю. Но пока этот пушка не отлетела, слушай. И ускоритель на месте. Так, ладно, едем, едем, едем. Сейчас посмотрим, доедем или нет. Я вообще ускоритель не буду использовать. Так, а ну-ка. Либо знаешь, что я сделал? Я в конце, может быть, даже включу ускоритель и проверю. Проверю. Скучно ускоритель. Дай мне. Вот, все, бензин закончился. Включаем ускоритель. О. О, да, смотри. Офигеть, да? Помогает, помогает это. Я с ускорителем, видишь, долетел. Долетел, все-таки прав был, скромный. Молодец, спасибо за подсказку. Да? Сработала теория. Ну что ж, дорогие друзья, мы получили новый автомобиль. Монстр такой, самослал. Что у нас здесь получается? Какие машинки у нас были? Посмотрим. Джипик, а, скоростная машинка наша, полицейская, такой минивэнчик маленький, а, ретро автомобильчик, и вот наш первый автомобиль был, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, 10 автомобилей в этой игре, именно в 10-м автомобильчике будем ехать в следующей серии, смотрите следующую серию. А сейчас всем пока-пока, до новых встреч!